Всем здорово, ребят! Ну что, вот и настал этот день. На моем бездонате появился Ронин, очередной герой, который, надеюсь, как и многие бездонаты, поможет мне в дальнейшем в прохождении локаций. У нас также сегодня открылся роллинг по 1200. Я, как обычно, вместо того, чтобы прокачать героев, солью эти самоцветы, попробуем вытащить интересно. Все-таки получится у нас получить еще какую-то недостающую имбу или нет. Ну, а сейчас мы быстренько зафармим акции, которые есть, чтобы ничего не пропустить. Акций у нас, конечно, не так уж и много. Вот считайте, я 2000 самоцветов за 2 дня заработал. То есть месяц можно реально до 30к получать, если усердно фармить локации, ничего не пропускать. Такс, где наши, так, сколько здесь, 75 дают мне, выгоднее, конечно же, пока 5-10 фармить. Вот смотрите, какашки по чуть-чуть копятся, надо будет питомцев качать, в общем, надо кучу всего прокачать. Отлично, видите, прям день сегодня самоцветов. Так, сейчас мы быстренько зафармим. Ну что я могу сказать, кто купил скин на таблетки, те, конечно, немножко разочарованы. Кто не купил, такие как я, ленивые, имеют его бесплатно. Спасибо, IGG. Но могли бы хотя бы как-то награды поменять, убрать эти восьмые мешки. Они нафиг не нужны. Сделали бы лучше. Вот реально ребята писали. О, нифига себе. Сделали бы просто там значки почета, либо книги. Это более нужные вещи для всех, нежели эти сумки, с которых, ну, в лучшем случае ты вытащишь 5 скинов, 5 осколков скина на этого, на Зефира и всего-то. Давайте парящий остров, как обычно, нам упадет лажа. Ну, все нормально, IGG. Я вас прекрасно понимаю. Так, карта богатства забираем. И оп, еще 3. Блин, опять книги, да вы издеваетесь. Турниры героев меня уже запарили. Многие ребята спрашивают, для чего я Купидона беру. У меня нету ремок, ребят. Купидон для того, чтобы зарядить героев и дать им атаку. Тому же самому Анубису. И тогда я могу себя нормально чувствовать во многих локациях. Когда я уже докачаю героев посерьезнее, тогда я Купидона использовать не буду. Ну а пока он даже для моей Фреи, если взять топчик просто, вот бафает и сразу выносит на ура. То есть чисто из-за этого. Ну и на подземках мне он дает тыковки разгон, Анубиса заряд. Ну, все как обычно. Того же самого выражая. То есть Купидон еще востребован. Да, он не настолько актуален уже там. Раньше мы его еще и на Архидемона брали. А сейчас уже не берем. Так, сюда бы, конечно, было классно Атланта запустить нашего. Не зря я его, кстати, качал. Так, минуснули мы стрелка. Сейчас мы и до Фрейи доберемся. Самое главное, чтобы Анубис не сдох. Отлично. Рановато я всех выпустил, ну да ладно. Такс, о чем мы там говорили, ребятушки? О, отлично. Фиолетовые яйки. Надо питомцев качать, потому что без питомцев пока битва гильдии мне не светит, с Ронином даже.
Если будет с Роня, это еще ничего не значит. Надо его правильно прокачать. Без правильной прокачки любой герой может быть полной какашкой. Так, отлично. Папаем хоть так героем немножко. Не, за самоцветом мы апать не будем. Так, победите с тремя огнями. Поехали, еще один рейдик зафармим. В общем, мы пока на правильном пути. Фрея однозначно нам дала большой прирост и плюс. Причем на всех локациях. Так, там тыква разогналась прям. Моя тоже когда-то разгонится. Так, отлично, отлично, отлично. Еще разгончик. Красавчики. Просто люблю этот аккаунт. А магию мы так не купили и не использовали. Точнее, купили, но не использовали. Как думаете, какого героя мы затащим? Вот напишите до того, как я буду ролить. Напишите просто в комменте, как думаете, кто нам выпадет. Выпадет имба или нет? Заряжены вы на имбу или нет? Я что-то не очень. Так, забираем плюхи. Что-то он нам не влезло, ничего себе. Я уже даже расширил этот склад, и нам все равно что-то не влезло. Прям можно подумать, здесь столько этих плюх. Вот так вот. Теперь меня... Хорошо, что я не начал собирать. Теперь я соберу это, что у нас? Золотая шахта. На Бугимена скин я собрал. У меня осталось 3 дня. 8. Ну, еще немножко и дособираем. Так, что у нас там по плюшкам? Ваши подарки. Поехали, войди в игру. Хоть здесь не запустил. Отлично. Сундук замка 2. Но мы его пока открывать, ребятушки, не будем. Мы потом это все затащим. Так, окей. Окей, окей, окей. Давайте мешок прайм этот откроем. Ну, такое себе. Если бы она была бахнутая, как раньше, это было бы круто. 10 на стрелка. Когда я еще следующее соберу, вот вы мне скажите. Вот мне самому просто интересно. Так, отлично, еще питомцев получили. Дучки форта мы оставим. Давайте заберем, как обычно, книги, которые мега-мега нужны мне. Так, у нас там, кстати, открыта угольная, по-моему, если я не ошибаюсь, да. Надо зафармить. Помочь нашим друзьям. Не, кагашки для вас сильно жирно, вот это еще могу пожертвовать. Кагашек, извините, ну. Так, увеличить очки, ну супер. Когда такой первый бонус выпадает, ты очень радуешься. Так, ара. Вы можете разместить до 15 героев в забытой битве. Ну, в принципе, да, по 5 на островок. Неназначенные таланты можно передать любому герою. А, ну, в принципе, да. Чё я себе, знаете, так, что они остаются. Ну, бас, короче. Ну, конечно, у каждой судьбы своя история. Что за вопрос? Хоть заодно вспомним. О, 208, просто мега-эпически. Так, вот здесь вот, кстати, у нас будет интересно. Сейчас мы выгуляем нашу сардельку. Так, Афинка. Ворожей есть. Фрея. Ну, Фрея с одной стороны хороша, с другой стороны это, конечно, минус. Ладно, пусть пока будет. Анубис. И тыковка, на тыковку уже выкинем. Попробуем такой вариант, попробуем улучшиться
побить свой предыдущий рекорд, который я не помню. Так, выживание выбираем, ставим сюда оживу. Так, тут у нас железная воля, ставим бастион. В такой сборке он, конечно, будет, скорее всего, сливаться. Не скорее всего, а точно. Сделаем такой вариант. Так, есть и Афина. Жмакнем ей какого-то. Это! Вот так вот сделаем. Поехали. Не будем сильно заморачиваться. Поехали жахать угольную. Сейчас мы тут наберем топовый результат. Без башен, ребята. У меня башен вообще нет. Короче, мега эпическая расстановка. Имба раста. Но шансы, кстати, есть. А знаете почему? Потому что у нас герои будут агриться на таблетки. Если мы будем их убивать до того, как они будут доходить до таблеток, мы, может, будем тащить. Это не точно. Давайте, я вас верю. Арктика, блядство. Видели, что она сделала? Подлюка, о, все. Ну, здравствуй. А, не, нормас, нормас. Тарас, тарас, нормас, нормас. Ну, не сливаемся. Не сливаемся, я сказал. Тащим. Красавчики. Просто посмотрите на этих красавчиков. Что они творят, ребятушки? Мы побили. Побили рекорд угольной армии. Ну, конечно же, свой, а не общий. Посмотрите, офигеть. Ну, что вы скажете? 142 миллиона. А сколько вы набили? Вот напишите в комментах ради интереса. Сколько вы набиваете на угольной армии? Поехали, попробуем. Ну, сейчас по-любому мы зафейлим, наверное, намного быстрее. Но кто его знает. Рай сюда, конечно, нежелательно брать вот из-за таких ситуаций, потому что... Если у вас еще воодушевление, она выкидывает своих голубей, включается издали атлант, и он просто вас может жахнуть всех. Но бывают случаи, когда повезет. Антарктика сняла бафы. Так, 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 атлантов, атлантов разобрали. Красавчики! Просто красавчики. Тащим, 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 я сказал. Батька сказал тащить. Ничего себе, ребята, что вы на это скажете? Вот это имба состав, вот это тащеры. 16-я волна, да ну нафиг. Вы издеваетесь, что ли? Вы просто красавчики. Ну все, тут вам просто жопка сейчас будет. 260 миллионов. Вот так вот, вот такими героями там эволюция, только у Фрейи вторая, Анубис на первой, тыковка на первой, ну тыква это фигня. Остальные без эволюции, но 260 лямов. Просто убили угольную армию. В хлам. Отлично. Так, окей, ну что? Жахнем? О, ничего себе. По-любому жахнем сейчас. Карта, ничего себе. Ничего себе. Ну, поехали. Так. Если не придет, все равно лепите лайк. Я хочу ледяху и космо. Так, 5 слотов на склад, это нам жирно будет. Там по-любому какая-то имба уже спрятана. У меня, блин, тут нечего даже. А, это вот эта вот дичь у меня место забрала. Оно ненужное, по сути. Я хоть на кристаллы попродаю. Я был пооткрывал, но оживу я хоть сохраню, ожива нужна. Остальное все я даже ковать не буду. Ну что, ребятушки, поехали.
1200. Блядь, душегуб. Нафига мне этот душегуб? Ну вот нафига и тыква? Ай, джи-джи. И рыгачка, блядь. Эта рыгачка у меня уже есть. Сколько можно? Ну, классные герои, да. Ну, блин. А. Просто печаль. Просто печалька. Ну, надеюсь, кому-то из вас больше повезет. Ну, душек у нас недостающий, но мы могли его купить за 20 как гашек. По сути, мы вытащили, ребятушки, с вами недостающую имбу. Словили мы ее. Ну, стоит ли она того? Ну и так хорошо. Че жаловаться? Ронина дали. И нормально. Где Ронька? Ну что, попробуем словить имба-таланты. Но с вас, конечно же, лукасики. Поехали. О, ничего себе, воодушка сразу выпала на нем. Бег Рлева. Ожог первый. Я поставлю, по-любому он с первым будет тащить. У нас даже скин есть, я забыл. Вот так вот. Видали, что у меня есть? Опа! Ничего себе, ремка вторая. Ну это просто огонь. Так, ну что, поехали. Ярость небес. Ну мы поставим на душегуба. Саморазрушение. Конечно же поставим сюда. Берс! Что я тут могу сказать? Где-то у меня на ком-то была четверка. Не помню на ком. А вот на тебе. На тебе. Приговор. Ну, бессмысленно. Огненная защита. Ну, это уже поинтересней будет. Так, огненка здесь есть, здесь есть. Рогатка у нас с бастом, огненка есть, Рина огненка есть. Видите, у меня куча огненок уже на героях стоит. Огненный аккаунт просто. Блин, ну сюда я не хочу лепить, там ремка. Там ремка и самое то для PvP-локации. Так, кто у нас тут еще такой может напроситься на огненку? Малышник на добивание у нас. Фрэнки у нас с бастом. Так, ну, наверное, пока поставлю вот сюда. Ну, я сливаю так, потому что варианта нет. Так, СУ тоже без вариантов. Самоуничтожение просто эпически. Ну, хоть так, ну, хоть так, хоть ремочку дали. А кому ее лепить? Я фиг его знает. Так, Купидон у нас уже с ремкой. Ну, а на Афинке подашка, не буду я на ней ремку качать однозначно. Рогатка можно как вариант. Либо оставить ее до следующей имбы. Но так не получится, потому что мы копим самоцветики. Блин, вот напишите в комменты, кому бы вы влепили. Как вариант, Валька, Медуза. Хотя, чё я парюсь, я ставлю однозначно Медузе. Мне надо будет она. Так, просветик, ну, просветик, здравствуй. Идешь ты на Ронина сразу же. Сразу же замедление нам падает. Кину на душика. И СУ. Вот такие вот, ребятушки, дела. Ну, что я могу сказать? Хоть так. Хоть так. Сколько у нас там роллинг? 22 часа. Ну, мы постарались вытащить по максимуму. Может, еще успею накопить самоцвета, но я думаю, вряд ли. За 22 часа мы успеем это сделать. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.